Конкурс «Мисс Великий Усик» проходит в нашем городе не одну пятилетку. Каждый раз девушки борются за главный приз – корону. Ежегодно появляются новые номинации от спонсоров и партнеров проекта, где участницы также становятся лучшими. В рамках конкурсных испытаний девчонки рассказывают о себе, о своих увлечениях и участвуют в дефиле. Уже в грядущую субботу, 30 июня в 8 часов вечера на главной площади Великого Устюга устюжане узнают имя главной красавицы города, которая и станет «Мисс Великий Устюг-2018». Юрий Воронин, Максим Шальков, новости провинции.